Здравствуйте! В эфире «Первый независимый» ЗАП-ТВ. В студии Ирина Никифорова. Мы показываем новости Читы и Забайкальского края. И сегодня в выпуске вы увидите. Продолжаем подводить итоги работы главы региона за теперь уже его первую пятилетку. Все подробности в сюжете. В Забайкалье начались выборы. Как проходит голосование? Смотрите в этом выпуске. В Забайкалье люди привыкли, что получить помощь от чиновников можно только если начать собственные активные действия. Кто-то осаждает министерство, кто-то забрасывает письмами ведомства и инстанции. А жители дома по адресу Курнатовского, 74, придумали собственный лайфхак. Подробности в этом выпуске новостей. Комплексное развитие территории. Что это? Благо или изъятие вот таких вот домов? Будем разбираться в этом выпуске. Теперь об этих и других событиях более подробно. Итак, мы продолжаем подводить итоги работы главы региона Александра Осипова с известным экономистом Евгением Касьяновым. О чем пойдет речь во второй части материала, расскажет Анжелика Понебрашина. Абсолютный бич Забайкалья, как продолжает Евгений Касьянов, добыча рассыпного золота. Как один из примеров негативных последствий, находящаяся недалеко от Читы, некогда чистейшая река Кручина. Какой вредитель, вот натуральный вредитель, разрешил добычу рассыпного золота в верховьях этой реки? Река, ну и ЗАП-ТВ показывал этот сюжет, она практически уничтожена. Все. Она непригодна для того, чтобы там близко даже находиться. Не то, что в эту речку залазить. Но это же не только по Кручине, это самый свежий предел. Посмотрите, как эти золотодобытчики, так называемые, уделали Могочинский район, Сыпчакур, Дарасун поселок. Это же ужас, что творится. И поэтому, вот, а что касается рассыпного золота, этим надо заниматься и заниматься. Ну и не только этим. Вот вам горнодобывающий комплекс. А при этом дальше происходит такое. Вот у нас горнодобывающий все закрывает, а остальным господин Осипов может не заниматься. У нас постоянно идет падение по обрабатывающей промышленности, по пищевой промышленности. Сельское хозяйство вообще влачит абсолютно жалкое существование. Сколько бы там ни пыжились и не рассказывали. Посмотрите на данные. Буквально пятилетних данных тому назад по пассивам, по урожаям. Поэтому сейчас вообще только руками развести можно. За время своей революционной деятельности, как и иронизирует собеседник, Осипов до основания разрушил Забайкальскую топливно-энергетическую компанию, сокращенно ЗАПТЭК. Однако об этом в отчетах он почему-то нигде не упоминает. Видимо, в заслугу себе это глава региона не ставит. Вот он, допустим, прикончил натуральным образом ЗАПТЭК прикончил. А ЗАПТЭК прикончил, а ничего не создалось-то. Вот у нас поэтому второй год подряд край не готов к отопительному сезону. Вот вам ЗАПТЭК. Я читу так проблемы там котельного завода там, и так далее. Ну, но Чита еще хоть как-то держится за счет ТГК, там, вот, других каких-то моментов. А что творится по краю? Край-то не готов, просто не готов к отопительному сезону. Дальше революционеру Осипову удалось разрушить автодороги Забайкалья, ДМРСУ. А в службе единого заказчика это вообще фейерверк уголовных дел, неэффективного расходования средств и так далее. Но ведь не только там. Вы посмотрите, что происходит у нас в РСТ. Мы же все видели, как работает региональная служба по тарифам, скажем, с тарифами, ТГК, судебные процессы. Прямо замечательно. А потом по чуть ли году не могут издать приказ от ликвидации тех нарушений, которые они допустили. Но это РСТ. То же самое происходит в госконтроле. И вот этот синодик, то, что Осипову удалось разрушить за это год, его можно писать и продолжать. И причина всего этого, как подытоживает Евгений Касьянов, кадровая чехарда, развел которую все тот же Александр Осипов. Это он открыл зеленый коридор для варягов в краевую столицу. Это он выбирал кадры, которые гостили в крае в качестве министров всего по несколько месяцев. И это он благословил их кошельки, выписывая им заоблачные премии. За время правления Осипова в крае сменилось свыше 100 чиновников, министров, замов и так далее. В среднем за 5 лет это 20 штук, извиняюсь за выражение, штук в год меняется вот этих. Вот смотрите, приглашение Осипова
варягов, которые, значит, это. Но давайте вот просто себе четко ответим на вопрос. Вот если человек в Воронеже, в Туле, там, ну, в Екатеринбурге, он занимается достойной работой, имеет достойное место, имеет квартиру, имеет семью, он поедет в Читу? Да не поедет. Зачем ему это надо? Он и так там всем обеспечен, и так, значит, это. Поедут только те, которые рассчитывают на какой-то карьерный рост и быстро отсюда пропадают, либо которые что-то на этом подхарчиться хотят на Забайкале. Вот, вот и все. И мы это видим раз за разом, одно и то же, одно и то же. Ну, сколько это будет продолжаться? Вообще, меня просто поражает, вот наблюдая вот эту дичайшую вакханалию, меня поражает олимпийское спокойствие федеральных органов. Они как будто, ну, происходит, ну, подумаешь. Потому что, ну, есть же инстанции на федеральном уровне, которые должны с этим разбираться. Главе региона хочется говорить направо и налево, что регион, которым он управляет, лидер. Лидер темпов роста цен в Российской Федерации. Вот, вот локомотив, действительно, впереди всех идет в голове. Вот 10,7%. Вот сравните с соседями: Приморье 8,43%, Бурятия 8,89%, Тыва даже 9,3%, а у вас 10,7%. Двузначная цифра, значит, получается. Но это что? Теперь в этом году Осипов тоже установил рекорд по локомотивному действию. Самый высокий тариф в Российской Федерации в системе ЖКХ. Самый высокий. Но ведь это влечет не только тариф этот. Это тянет за собой всю цепочку цен. Потому что потом все расходы предприятий, организаций и так далее, они перекладываются в цены. А куда им еще деваться-то? Дальше. Отток населения из региона набрал полную силу именно в момент, так скажем, правления Александра Осипова. Люди бегут из края, как говорится, без оглядки. Сейчас, на 24-й год, данные официальные Росстата, я думаю, реально ниже. 984 тысячи человек, население края. За время вот, пятилетнего пребывания Осипова, население края уменьшилось на 90 тысяч человек. Цифра фантастическая. 90 тысяч. То есть 18 тысяч человек в среднем просто край теряет из населения. Мы что, совсем хотим обезлюдить, что ли? Если еще вот этот выдающийся нарцисс поработает у нас еще 5 лет, то что тогда вообще от Забайкалья останется? Это складывается из двух компонентов. Это складывается из так называемая естественная убыль населения, насколько она естественна, это превышение смертности над рождаемостью, вот вызванное вот такими условиями, о которых мы говорили. Вот. И это миграционная убыль. Люди просто не видят перспективы в Забайкальском крае. Просто идет массовая миграция за пределы Забайкальского края. Экономист отметил и сферу образования в регионе. По его мнению, на столь важное направление глава региона махнул рукой. Эта история ему неинтересна. Вот посмотрите. Данные единого госэкзамена за этот год. Не сдали базовую математику 12% тех, кто сдавал. Биологию 31%, химию 32%, информатику 32%. Но это же чудовищные цифры совершенно. А почему? А потому что у нас совершенно нищая школа, реально нищая школа, доведенная Осиповым вот до этого состояния. Вот он на пару с Неверовым не может даже школу в Каштаке завершить, которая стоит там 2 миллиарда рублей. Они же ее и так и не закончили, эту школу, по большому счету. Я говорил о школе будущего, о кабинетах робототехники в этой школе. Но я хотел бы посмотреть на этот кабинет робототехники, где они там, роботы-то находятся, все это дело. По Чите получили на единых государственных экзаменах более 80 баллов. Ну, это, считайте, старая оценка от 4 до 5 где-то, если так уж говорить. Так вот, смотрите, по физике у нас получили вот эту оценку, более 80 баллов, 17 человек. По химии 17 человек, биологии 11 человек на весь город и 4 человека по информатике. Ну, и я больше чем уверен, что, ну, по крайней мере, половина из них просто не останется в Забайкалье, потому что
они будут искать себе нормальные приложения к высшему образованию, которого в Забайкалье нет, которое у нас является ЗБГУ, там непонятно чем, которое занимается. Вот сейчас посмотрите, тот же ЗБГУ, да уж повод не доходит совершенно, да ему и не надо. Он там находится где-то в астральных сферах. Значит, создается Забайкальский гуманитарно-педагогический институт. Гуманитарно-педагогический. А где физика? А где математика? А где биология, химия и так далее? А нету. Да, вот этих деятелей, типа Осипова, для них не доходит. Что вот смотрите, мы говорим о каких-то горных факультетах, горных специальностях, это, но... А как вы хотите сделать горные специальности, вот горный колледж, допустим, горный там институт, горный университет, терминология, это бог знает какая. А если у вас нет нормальной подготовки по математике, физике, химии, а с этим как быть-то? Но ведь в школах нету не только вот учителей не хватает, там не хватает и лабораторная база, она просто в ужасном состоянии по физике, по химии, по биологии. Ну, математика, ладно, там мел доска. А эти-то как вы с этими специальностями хотите работать? А раз этого нет, перспективы у Забайкалья не существует, просто его нет. Анжелика Понебрашина, Ирина Тимофеева, Иван Дементьев. ЗАБ ТВ. Как голосовали забайкальцы? Далее в выпуске смотрите зарисовку одного дня выборов от нашей съемочной группы. Наблюдателей и присутствующих прошу занять свои места. Начался наконец-то день голосования. Сразу же 8 утра, много людей. Расскажите, как все проходит, какие сложности, есть ли они вообще? Сложностей вообще нет, все проходит в обычном режиме. У нас обычно всегда в 8 утра уже приходят первые избиратели, у нас активные как бы избиратели. И стараются до начала работы или как-то прийти на участок и проголосовать. Никаких заминок. В штатном режиме. Все, работаем нормально. Скажите немного о выездной комиссии на голосование. Как это проходит? Каким образом? Выездная комиссия. У нас поступает заявка голосования на дому. Мы принимаем заявки, формируем по адресам уже там конкретно. Все мы сформируем. Значит, мы здесь готовим переносные ящики, готовим информацию для избирателей. Они заполняют заявление, расписываются. Мы ставим в списках отметочку, что поехали к избирателю на дом. Выезжаем, приходим там, договариваемся уже в конкретное время. Комиссия состоит из двух человек, и кто-то из наблюдателей едет. И вот таким образом происходит. Наталья, вот ты каждый раз, да? Это мама моя помогает. Это у меня соседи, а нет, я Беда Юрьевна, мать ее, когда приходит. Я-то работаю, а мама твоя. Я как первый раз, ага. Люди так говорят. Ничего не переживаешь, все хорошо. Голова совсем не боится. Ну так. А чем такой выбор обусловлен именно? За кого вот голосовать? Ну, Нина Евгеньевна же сказала, что Единая Россия. Единая Россия. Поэтому поставили кавычки за Единую Россию. И за губернатора, знаешь. Мы же знаем нашего общего. Лучше подумайте, наверное, поставить. Пусть старые лучше работают. Вот этот городище победил, против был Осипова. Ну что это? Забайкальские казаки, зеленые, какие-то несерьезные все. Знаете, нет ни одного серьезного. Все какие-то ярчевки. Семь,
Пока. Многие граждане голосовали именно в 8 утра, чтобы к 9 быть на работе, а после 3 освободиться и выходить на выходные. Но журналисты, наблюдатели голосуют прямо на работе. Здравствуйте. Здрасте. Бланки есть, теперь в кабинку и голосовать. Вячеслав Бортницкий, Павел Карпов и Павел Шухляев. ЗапТВ. Аврора ГАЗ. Газификация Читы. Подать заявку можно по следующим адресам. По вопросам, связанным с подачей документов, читинцы могут проконсультироваться и по телефону горячей линии 8-924-021-2916. Сетевое издание «Запру» стало единственным представителем Забайкальского края, которое вошло в топ популярных региональных телеграм-каналов России. Об этом сообщает New Media со ссылкой на данные TGStat. Рейтинг составлялся по данным на 9 сентября этого года. Он включает в себя данные по вовлеченности в телеграм. В топ также вошли такие дальневосточные издания, как 41-й регион Камчатка и ОТВ «Прим» Владивосток. Они заняли 6-е и 8-е места соответственно. Эксперты низко оценили уровень занятости населения в Забайкальском крае. Регион попал в антилидеры рейтинга по данным за 2023 год. Об этом сообщается на сайте РИА Рейтинг. Первые два места в рейтинге заняли Москва и Петербург. В пятерку попали также Московская область, Татарстан и Башкортостан. Забайкальский край на 74-й позиции с 51 баллом. Хуже всего ситуация обстоит в Ингушетии, в Дагестане и в Чечне. В этих регионах низкие зарплаты, а также отмечено большое количество безработных граждан. В поселке Драсун возникла проблема с поставками угля на отопительный сезон. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Госдумы Андрей Гурулев. Депутат лично посетил котельную в Драсуне и пообщался с главой поселения. Он отметил, что состояние котельной не позволяет с уверенностью начать отопительный сезон, поскольку нет запасов угля. Со слов депутата, РСТ не учитывает реальную эффективность котлов, которая не может быть стопроцентной. В результате в прошлом году в Драсуне было сожжено на 500 тонн угля больше, чем было положено. Это приводит к убыткам концессионеров, которые не могут работать в таких условиях. Глава городского поселения Валентина Черных, между тем, добавила, что губернатор Забайкалья Осипов ранее поручал РСТ скорректировать тариф, но никакой реакции не последовало. Депутат Госдумы Гурулев заявлял, что Забайкалье провалило подготовку к отопительному сезону, а депутат ЗАГС Собрания Юрий Гайдук высказал предположение, что назначение варяга на должность министра ЖКХ ситуацию не спасет. Кандидат в губернаторы Забайкальского края от ЛДПР Георгий Шилин заявил о возможных фальсификациях на выборах главы региона и выборах депутатов городской думы Читы. Он привел цифры отдельных избирательных комиссий, которые, по его мнению, свидетельствуют о нарушениях. Пост об этом Шилин опубликовал на своей странице ВКонтакте 9 сентября. Он привел один из примеров в Смоленском избирательном округе в Чите. На выездное голосование выехали по 17 заявлениям, а вернулись с переносной урной до краев, наполненной избирательной бюллетенями. «У меня складывается такое ощущение, что голоса собирали, останавливая проезжающие машины», — сказал Шилин. Юргий Шилин сообщил также журналистам, что юристы подадут жалобу в избирательную комиссию, а после выхода постановления намерены обжаловать его в суде. «Наши коллеги по округам собираются по этому поводу выражать свое недовольство. Было принято решение максимально добиться справедливости в отношении мною сказанного», — заявил Шилин. Снова тревожные вести от жителей района котельной машзавода. На этот раз пока еще не мерзнут, но попадают под выселение. Подробнее далее в сюжете. Комплексное развитие территории – это программа от корпорации развития Забайкальского края, по которой будут застраиваться новые районы в Чите. Я была месяц назад где-то, девчонки же ваши тоже вот ходят, молодые, в корпорации развития Дальнего Востока. Мне сказали, что пока по нашему участку никаких документов нет. А фирма Радченко у нас соседнему дому уже, простите, собирается ключи выдавать. У них уже договора заключены. Как так? Вроде бы на одной территории живем. Мы, значит, где в воздухе сейчас висим, а они, значит, будут квартиры. Я за них очень рада, правда, это самое. Потому что, действительно,
действительно так жить, как это не сейчас. Буквально там помойка я была на днях. Но это, в общем, очень неопределенно все вообще. Разъяснений пока что нет, но появилось объявление, что вот-вот уже скоро начнут застраивать, а значит, нужно выселяться. Если жители аварийных бараков не могут дождаться отмашки и переезда в новое жилье, то владельцы частных домов никуда выселяться не хотят и бьют тревогу. Опять. В этот раз решено заручиться поддержкой депутата Госдумы, ведь ситуация довольно непростая. Я могу сказать за свой дом. В моем доме, во-первых, он не 40-х, не 50-х домов. Он официально по документам 2007 года постройки. Есть несколько домов, 2-3, хотя и немного, которые у нас и 12-го, и 15-го года есть. Домов в этом квартале. Да, 12, 15, 16 даже там. У меня дом подключен ко всем инженерным коммуникациям. То есть у меня вода городская, с горводоканалом септик просчитан. Я топлюсь газом, хотя газа еще в Чите нету. Но у меня газгольдер, я плачу за это деньги, у меня приезжают. У меня все цивилизовано, свеже. И при покупке дома в 2021 году все паспорта, все документы, все переделалось, потому что бралось под военную ипотеку. И это требовалось просто государством. Все перепроверено. Но в этой ситуации по закону, по данной программе, меня как собственника моего ИЖСа никто спрашивать не собирается. И никаких прописанных путей, чтобы я мог четко и законно. Но кроме, мне предложили, вы напишите заявление. А кому? Оператору, который будет исполнять документ, когда он будет исполнен уже, ну, и станет документом. Сейчас это проект. На этапе проекта мы можем что-то повлиять, сказать. Как только он станет постановлением, его просто будут исполнять. Поэтому вот, если что-то удастся с вашей помощью или с чьей-то еще сделать, это делать надо вот сейчас. В этом конкретном случае расселение или выплаты по рыночной цене никак не назвать улучшением условий жизни, а только ухудшением. У жителей есть план, как спасти от сноса свои дома. Написано обращение новоизбранному губернатору Осипову с предложением исключить их жилье из плана комплексного развития территории. Но услышит ли власть своих избирателей после выборов? А самая большая проблема у нас действительно оказалась, кроме того, что вот как бы оценка нас никто не спрашивает, то, что наш квартал никто не хочет разделять. Все проблемные дома здесь, аварийные, действительно требующие много лет какого-то вмешательства, они все находятся в нижней части квартала, они все ниже лечебного технического переулка. Вышли из технического переулка абсолютно только ИЖС. А потому что идет деление по кварталам, карты. И там просто вот этот квартал, он состоит и из того куска, и из того. Есть законные у них основания, у них есть законная возможность у администрации Читы этот квартал разделить своим решением. Но никто, как бы даже после полугодового назад тут эпопеи, тоже с помощью вот СМИ, с помощью всех вот доступных источников, нам просто ответили, что как бы на данный момент не рассматривается. Но это же не значит, что мы завтра не начнем рассматривать. Спасибо, что подсказали. Как мы видим, собственно, это и происходит. Рядом стоит та самая котельная машзавода. Огромная территория архаичного строения сопоставима по размерам с территорией индивидуальных жилых домов. Но в КРТ эта территория не попадает. Меня удивила вот ситуация, которая сложилась. И ключевое возмущение это людей, в чем оно заключается. 30 числа, я так понял, повесили всем объявление, что в течение 60 дней вы должны отсюда выселиться. Ну, может быть, и должны. Может быть, и в законе так написано. Но люди, когда вот готовят мастер-планы, когда готовят территории вот массового развития, классно, хорошо, нам нужно развиваться, замечательно. Но когда у них появляется первое, в моем понимании, нужно сделать общественное слушание, чтобы люди, ну, согласились, не согласились. У них, может, они что-то другое здесь предложат. Они что-то давно живут, давно знают землю. Допустим, тут уклон туда идет. Может, это так не у вас там, типа, это не получится. На месте виднее, первое. Второе, они бы от этого свою жизнь-то планировали. Когда мы говорим комплексное развитие, мы же как бы наперед развиваемся, а тут получается, что экстренное принятие решения. В гонг застучали, все уходите. Ну, блин, а людям как планировать? Школу менять, садик менять, работы переезжать, вещи перевозить. Что ответит власть на вопросы граждан и депутатов Госдумы? Это вы увидите в следующих сюжетах на нашем канале. Мы же продолжим следить за развитием событий. Вячеслав Бархинский, Кирилл Корнев и Павел Шухляев. ЗАП ТВ.
Продолжаем рассказывать о буднях жителей одного из бараков в центре Читы. Уже более месяца в доме нет горячей воды. Каким способом люди пытаются добиться помощи, расскажет Юлия Банщикова. В деревнях, чтобы показать, что в доме есть вода, вывешивают ведро на забор. Чем Чита отличается от деревни? Тем, что добиться благ цивилизации, люди вешают на фасад многоквартирного дома красное полотно с призывами к местным властям. Никакие жалобы и обращения в разные инстанции не помогают так, как красное полотно с призывом о помощи главе региона. Впервые об этом способе достучаться до властей съемочной группе ЗАП-ТВ жители барака поведали 5 лет назад. Тогда в доме случился ужасающий засор канализации. В один из дней в июле 2019 года в соцсетях стали появляться фотографии с огромным красным плакатом, призывающим главу региона обратить внимание на людей, утопающих в собственных фекальных водах. Пеструю вывеску на следующий день заметила сотрудница администрации города. Она зашла с таким негативным вопросом: кто повешал плакат? С кем можно переговорить и что у вас случилось? Я говорю: во-первых, мы повешали плакат, пожалуйста, пройдите сюда, посмотрите, какая у нас проблема. Она сюда пришла, конечно, ужаснулась. Дозвонилась до управляющей компании. Вуаля! На следующий день прибыли коммунальщики и устранили засор. В этом году на плакате разместили призыв о горячей воде. Ее не было все лето. Мы снова повесили этот плакат из-за того, чтобы хотя бы что-то бы у нас образовалось или какая-то была уже надежда на то, что нам будут, помогут. Потому что безвыходное положение у нас, воевать с нашей организацией. Снова, как 5 лет назад, плакат помог. Опять же, на следующий день примчались представители управляющей компании и стали наводить суету, ремонтировать батареи. Об этих злосчастных батареях мы рассказывали в своем сюжете. Более того, постояльцы писали обращение в жилинспекцию, которая вынесла управляющей компании предписание. Но пока красное полотно не появилось на фасаде дома, управляйка не спешила его исполнять. Писала в жилищную инспекцию, они вот и дали им распоряжение, они даже не реагируют на него. Когда они приедут, Бог его знает. Они приехали, посмотрели и уехали. В психологии широко используется методика визуализации. Человеку предлагают написать, нарисовать свои идеи, стремления, мечты. Судя по всему, этот метод отлично работает, если после того, как жители барака рисуют плакат на красном фоне, сразу начинаются какие-то действия. Между тем, этот баннер на бараке – маркер эффективности работы власти. За 5 лет этим людям не помог никто. Началась еще одна 5-летка достижений и процветаний. Юлия Банщикова, Ирина Тимофеева и Павел Шухляев. ЗАП-ТВ. Это все новости на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Обязательно ставьте лайки под каждым нашим сюжетом и программой. Под нашими выпусками новостей на Дзене, Ютубе, ВКонтакте. Делитесь публикациями ЗАП-ТВ в социальных сетях. На своих страницах делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. А я с вами прощаюсь. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на ЗАП-ТВ. Спонсор выпуска – салон керамической плитки и напольных покрытий «Керамика Плюс». Более 2000 видов керамической плитки. Керамогранит стандартный и широкоформатный. Цены от 600 рублей. Мебель для ванной, душевые ограждения, а также напольные покрытия с гарантией до 25 лет. Дизайн-проект бесплатно. Специальные скидки новоселам и участникам СВО. Салон «Керамика Плюс», Чайковского, 30, напротив города Мастеров. Среда, 11 сентября. Температура воздуха утром составит плюс 7, днем плюс 14 градусов тепла. Облачно, без осадков. Температура воздуха вечером составит плюс 8, ночью плюс 3 градуса тепла. Ветер умеренный от 2 до 5 метров в секунду. Спонсор выпуска – Чита Моторс, официальный дилер JQA Мода в Забайкальском крае. А у меня на этом все. Пока-пока. Притяжение новых возможностей и технологий. Чита Моторс приглашает в новый дилерский центр Амода и Джигру. Автомобили будущего теперь в нашем автосалоне на улице Ковыльная, 42.